Добрый день, дорогие друзья. Надеюсь, меня хорошо будет сегодня слышно. Стартует у нас... Стартует наш турнир. На отборочный фестиваль в Йо оф Геймс. Отчетный фестиваль за 2015 год. У нас сейчас встречаются команды Енисей 2 и Спурда Спарды. Как-то так. Мне сказали, что это имя персонажа. Я такого персонажа лично не знаю. Возможно, вы с ним знакомы. Вот пока идет загрузочка, сейчас небольшую паузу прервусь. Никуда не разбегайтесь. Чтобы стануть трансляцию. Трансляция, напоминаю, будет идти с задержкой 6 минут. Вот, поэтому подсмотреть, где там варды стоят, еще что-то, у ребят не будет такой возможности. У нас все по-честному. Так, сейчас запущу пока в группу, пока команды грузятся. Вроде все. Сейчас последнее приготовление. Да. Все у нас в порядке. Давайте, что ж, начнем. Енисей 2 будет играть за Тиму, а Спорт Деспарды будет играть за, соответственно, силы света. Пошла стадия банов. Ушли в бан такие герои, как Дум. Селедочка ушла от нас. Тот же Слардарчик. СФа забанили, все правильно делают Спарда, потому что есть там, кто умеет на нем исполнять в противниках, и Туска. Забирают сразу же Дазла команда Спарда, и это неплохой пик в последней мете. Дазл, да в принципе и всегда Дазл один из топ-пикеров. пиков. Вот. Сразу же забирается Эмбер Спирит Енисеем, и ждем от них второго пика. А Магнус, ну, неплохая комба. Магнус, естественно, усиляет Эмбера очень сильно. Ну и вдвоем эти два героя могут очень многое сделать неприятностей. Доставить команде соперника. И тут уже задумались Спурды Спарды. Идет у них время, еще время много. Обращаю внимание, что у нас новая рамочка. Вот, время единственное, вы не видите, сколько мы потом это доведем до совершенства. Ну, пока вот так вот. Ждем второй пик. Пошло вот сейчас только дополнительное время. Ну, думаю, вы слышите, резерв тайм. И это забирается Тимберсов забирается для кота 100%. Парень, насколько я знаю, на нем очень хорошо отыгрывается. Отыгрывает. Так, посмотрим немножко. Я отвлекусь еще, ребят. Много кто мне еще пишет параллельно. То есть звуки отключил. Я думаю, контакты вы не должны слышать. Мой. Что ж, пошла стадия бана. Вторая стадия банов. Команда Спурда Спарда сейчас думает, кого же убрать. Кого же еще убрать от этой вот лютой связочки. Уже два героя очень сильных были взятые командой Енисеем. Вот. Ну, ждем. Сейчас должен произойти бан. Кого здесь можно будет еще забанить? По факту сейчас взят мид герой. Это Эмбер Спирит, да, и Магнус на хард, скорее всего, это у Енисея. Ну, в крайнем случае, Эмбер Спирит может идти пофармить. Ну, не знаю. Остались, конечно же, саппорты. Я бы сейчас банил много саппортов, которые могут быть еще полезны в этом плане. Не знаю, даже ЦМ-очка, да, Винтер Вейверна обязательно. Молодцы, что сейчас ее забанили. Вот, какие-то еще прокасты очень сильные. Это все нужно убирать сейчас команде Спарда. А вот что как делать команде Енисей, тут неизвестно, кто пойдет на мид, кто пойдет саппортить вторым. Еще керри не было. Не был пикнут.
Убирают сайленсера. Сайленсер, да, неплохой выбор, потому что сайленсер может контрить это все дело на корню. И, возможно, его стоило бы забрать на самом деле вот вместо Тимбера. А Тимбера вряд ли бы забанили. Тимбера можно было оставить на вторую стадию пиков, если уже это был запланированный такой персонаж. То его не обязательно было сейчас брать вот вторым пиком, а сайленсер был бы неплох. Я так понимаю, Енисей будет банить еще какого-то дизраптора, скорее всего. Он еще единственный, кто может там сделать такую грязь прям. Убирают вайпера в миде, чтобы... Понятно, это Эмбер будет однозначно уже мидовый. Они открывают, скорее всего, свои все карты. Забирают тем самым еще Тини. И будет ли нам стоит ожидать виспа? Вот. Между тем был также убран Баланар. В бан отправился команда из Прудеспарда. Вот. Ну, что будет дальше, сейчас мы увидим. Сейчас очень много результатов выставляется, между прочим, на турнире. Следить вы можете, соответственно, сетка есть, все в группе. За всеми результатами в каждой группе можете смотреть именно там. Вот, первый круг практически все уже, по-моему, отыграли. И начинается второй круг, вот, и встречается Енисей 2, да, и Спарта мы это транслируем. Позже на стадии плей-офф подтянутся еще стримеры, я думаю, у нас будет 2 или 3 одновременно. Эти трансляции. Вот пока я сейчас один. Забирает Skyward Мага. Команда Енисей. Тоже неплохо под прокас может зайти. Ну, очень такой пик сильный. Забрали виспа, между прочим, Спурт и Спарда. И, видимо, ну, не хотели они отдавать. Вынуждены были сами забирать. Кого можно взять? Ну, можно, конечно, взять классику. Это Чаус Кнайта. Будут ли они это делать? В принципе, может быть, сюда зайти также какой-нибудь Бристл Бэк в мид. Бристл Бэк и Ио очень хорошо смотрится в миде. Тот же Эмбер Спирит, он будет ему очень тяжко там фармить. То есть крипам практически не подойти, иначе будет получать очень больно. Вопрос только остается в исполнении виспа. Умеет ли парень на нем делать? Потому что такой достаточно сложный персонаж. На нем действительно надо уметь играть. Поэтому будем смотреть и ждать, что же все-таки будут ребята делать с этим виспом. И ждем мы четвертого пика. Остается 20 секунд дополнительного времени у Спурда Спарда. И очень задумались ребята, действительно, все же кого же взять под виспа. Они сейчас думают связочку. Ну, говорю, неплохо бы смотрелся здесь действительно Бристл Бэк. Так, взяли Свена, решили Свена. Ну, что может быть, что может сделать здесь Свен? По сути дела, ему очень сложно будет драться вот с этими персонажами. Под него, это такой ситуативный герой. Ему, во-первых, надо много итемов на дэмэдж, чтобы действительно выносить в соляного всю команду. Обязательно нужно БКБ, обязательно нужен блинк. Дадут ли ему это нафармить? Большой вопрос. Вот почему я беспокоюсь за него очень сильно и... Я бы его точно не стал брать. Забанили, кстати, ВР-очку. Не знаю, почему ее до сих пор не взяли, потому что это одна из имбовых, действительно, один из имбовых героев на последней мете. И он уходит последним в бане, в пятом пике. Вот. И также забанили еще аппарата команды Спорта Спарда. Возможно, хотят кого-то взять с регеном. Может быть, это будет какой-нибудь Хускар в мид против Эмбера. Не знаю, посмотрим сейчас. Вот сейчас у нас трансляция как раз параллельно началась. Задержка, напоминаю, стоит 6 минут. Дизраптора забирает Енисей. Угу. То есть всех героев, которые должны были, по идее, брать Спурда Спарда, они либо их отдавали, либо забирали, там что-то пытались законтрить. Не знаю, очень сумбурный получается пока пик. Будем ждать, конечно, исполнения. Будет ли оно отличное? Вопрос большой. Остается последний пик. Команды Спурда Спарда. Остался, я так понимаю, мид-герой. А может быть, Тимбер пойдет в мид? Такой большой вопрос. Так, ага. Забирают Пака. Все-таки контроль решили взять, ребята. И Пак заезжает пятым пиком. Угу. Очень интересно. Ну, посмотрим. Пак такое себе.
Так, игра приостановлена, пак пока вылетел. Давайте сразу же я включу на будущее крипстаты и пока озвучим составы команд. В принципе, уже все герои взяты. Команда Спурда Спарда играет за светлых. Кот играет на Тимберсов. Энви играет на Дазли. Маэстро играет на Виспе. Вуки играет на Свенни. Уайт играет, ну это не Серега, явно играет на паке. А кто знает, может он с армии, может, братишка. Так, Енисей, второй состав. Take My Soul играет на Skyros Mage. Сквизи играет на Дизрапторе. Я так понимаю, Теслайк, он переименовался. Очень сложный ник, не буду его даже произносить. Эмбер Спирит. Припарка играет на Тине. И Лайк Тесла играет на Магнусе. Вот так-то вот. Такие у нас составы сегодня. Пак переподключился, я думаю, сейчас игра стартанет сразу же. Надеюсь, меня хорошо слышно, потому что у меня микрофон в последнее время очень подводит. Там, если что, отпишитесь, ребята, в чатике. Что ж, поехали. Берет сразу же смок от Skyros Mage на будущее или прямо сейчас хотят выбежать. Не такой мелкий пока по сравнению всех остальных героев. Да, ребята расходятся, идут, видимо, законтрить верхнюю руну команда Енисей и вниз потихонечку. Интересные флаги команды Спурда Спарда. Видимо, это и есть тот персонаж. Я не слежу, это какой-то мультик либо еще что-то. Вот. Да, все-таки Тимбер у нас входит на хард. Пингуют ребята, что нужно идти в это место. Будет замес, я так понимаю, на верхней руне. Очень серьезный, причем Дазл перетягивается очень медленно наверх. И, возможно, сейчас он очень поздно подойдет. Енисей припарка наверняка закинет кого-то на, да, вот на Свенчика. Если... Интересный мув. Они прям хотят в спину зайти. Бедный Дазл. По-моему, сейчас именно он и будет первой целью. Еще пока он ничего не вкачал. Попадается первый пак. Будет ли пытаться уйти? Да. А, ему сало вешают. И это First Blood. Бегут дальше, ребят, но никого здесь уже забрать не получится. Виспу я бы сейчас посоветовал быстро бежать на нижнюю руну. Я не понимаю, что он здесь делает. Ставится вар сразу же. Енисей все отлично делает. Исполняет заготовочка. Прям сработала. На ура. Ну, Висп, братишка, беги быстрее на руну. Потому что ты должен быть уже там. Забирает Тини руну. И все-таки кто успеет первее? Должен Висп забирать. Его может завести куда-нибудь Магнус, но выйти ему будет несложно. Хорошо, Висп все-таки молодец. Очень долго думал, он перебегал. Все-таки добежал. Интересная расстановка. В итоге это Свен Висп в миде. Также Сквизи здесь будет помогать при парке еще стоять. Также зонить, пытаться. И тут 2 на 2 у нас в миде. Внизу, интересно, Пак против Магнуса и Дазл. Не знает, чем себя занять. Тимбер, соответственно, в топе. Тейк ему особо давать фарма не будет. Ну, пока вкачан сало. Вот правильно Ваня вкачал здесь, чтобы убить пака. Ну что ж, пошли первые крипчики у нас. Пошли первые динаи. Всем привет, ребят, кто присоединился к нам на стрим. У нас уже все-таки 15 человек, я смотрю, здесь есть. Думаю, эта цифра будет расти к вечеру. Особенно на финальный плей-офф мы также первый круг тоже постримим сегодня. Обязательно. То есть напоминаю, что команда в итоге нужно будет сыграть 4 игры сегодня. Те, которые, то есть, самые успешные. Свен дает стан. Висп не понимает, что спит. Можно было еще пару тычек, но я думаю, Тинику дать. И вот сейчас у Сквизи нет маны. Отлично. Неплохая, в принципе, линия. Так, вот так вот. Вот так должны мы поставить. Неплохая линия получается у команды Спудра. Спурда. Так, извиняюсь, что неправильно говорить. Так, кот потихонечку второй уровень здесь получил. И пока игра, соответственно, очень тихо идет, протекает, медленная. Магнус спокойно получает чайльд опыт здесь сверху. Бегает по кустам. И сверху кот точно так же пытается получать опыта. По фарму сейчас впереди Диная всех. Это, конечно же, Теслайк.
припарки. Кстати, сигнатурочка его. Одна сигнатурочка, насколько я знаю. Пытается, по-моему, забрать припарку. Здесь виспу нужно все грамотно сделать. Виспят. Откидывает он Тини неплохо, очень неплохо откинул он Свена, но сам почему-то вернулся. Практически ведь уже уходил. Я вообще не понял его на вот этого движения. Молодцы ребята Спурта. И дальше идут. Посмотрите, Сквизи тоже может отъехать здесь. Висп распыляется. И должен быть фраг. Отлично. Он очень поздно возвращает на тизере. Хорошо получается размен. Уже 2-1 счет становится. Здесь Дазл загоняет потихонечку у нас Магнуса. И вы знаете, неплохо. Так, а Свен умер. Свен умер. Сюда Тини быстро тпшнулся после респауна. И делает фраг. Ну, это очень неплохо. Висп должен сходить сейчас за рунами. Вот снизу руна осталась. Чего он ждет, не понимаю. А, он хочет заобузить ботл. Все верно, неплохо сыграно. Еще можно, если он на низ еще успеет сбегать за визом, будет отлично. Здесь у нас Кот сейчас уже уровень не получает, потому что очень сложно стоять против Скайрес мага, который постоянно харасит. Ну вот у него мана закончилась, есть правда манга еще. И Эмбер выходит далеко вперед уже по крипам. Мид продолжает противостояние. 2 на 2 с Вен, с Виспом и Тини. Тини с этим вот динозавриком. Дизраптор. Пытается расхарасить он Свена. У нас припарк пока не очень хорошо все с фармом. Вот. Ну, продолжают, ребята, стоять. И Эмбер будет, походу, здесь очень сильный. Оставил Висп, как все-таки оказалось, руну инвиза. Забирает ее дизраптор, и сейчас появится новая. Висп решил сделать стак. Делать трипл стак уже для Свена своего. Здесь неплохо делает он. Мог еще, если отводить здесь крипов, как вот, если могли смотреть это дело, по-моему. Ох, не помню кто, то ли Куроки, то ли кто. Очень вот Висп может отводить хорошо и не давать вообще фарма мидеру вражескому. Пивается Висп, здесь хорошая руна регена. Заходит в спину на Тимбера сейчас стейк, дает сало и начинает бить с руки. Ну нет, не заберет он так просто. Потратил очень много маны на самом деле. Ну принес себе просто кларити целую кучу. Так, здесь Сквизи ходит в инвизи, видимо, хочет заблочить здесь спот. Делает это он, ну, слишком поздно, когда уже 3 стака там стоит. Вот. И в миде Свен продолжает больше крипов, нежели Тини. Но Тини уже подобрался по крипстату. Сквизи перетягивается обратно. Все очень спокойно, размеренно у Енисея идет. Особо пока драк нет. Вот, Дазл сейчас не очень хорошую позицию занимает. Он не должен стоять на линии, он должен стоять в лесу где-то. Либо хотя бы впереди, чтобы Магнус харасит. Всегда такие вот пассивные Дазлы, я не понимаю. Вот он стоит, ничего не делает. Это большая ошибка. Здесь 10 стиков уже нужно заряжал. Тейк коту. Кот очень аккуратненько стоит. На 2 у него тимберчейн вкачан. Так. Дальше мы смотрим. На миде почему-то перестала вот идти эта агрессия у Тини, потому что очень сильный прокаст. Если Виз попадется, он умирает просто сразу же. Пытается забрать здесь кота. Втроем с дизраптором не хватает ренджа, чтобы его вернуть обратно, глимсануть. Но нет. Продолжает Ванька тут харасить. Да, коту здесь очень сложно, очень тяжело. Регена не хватает. И оставили пока Висп. Висп должен понять сейчас, что больше ты тут не настакаешь. В принципе, 3 стака здесь уже достаточно. Вот. Действительно, мог бы поотводить крипов, если потренироваться в папчике, то изи здесь Висп отводит. И фарм мидер бы вообще не получил. С учетом того, что их там двое было в миде, это было вообще шикарно. Ну что ж, тут припарк пытается Вуки забрать. Вуки ему в обратку вместе с Виспом. Висп хорошо подошел, летит сюда уже под сейф. И это тейк, ну, ребята разбегаются. Даже третье ТП, как же они сейвят своего припарка. Припарк при этом с ботлом бежит за руной. Я не понимаю, Висп, ну ты должен уже идти забирать, контролить руны. Идут прям по тавру, что ли, собрались? Нет. Маэстро под тавра не дойдет. Так, ну здесь пака одного оставили с Магнусом. Магнус неплохой крипстат для харды, очень неплохой. Здесь припарка хочет зайти в спину, и если у него это получится, Висп просто умрет за прокаст. Даже можно Свена спокойно забрать. Конечно же, должен быть таргет быть на Виспа в первую очередь. Тем более здесь еще два саппорта уже по третьему уровню имеют.
Ну, да, маэстро умирает, я так понимаю. Он сейчас еще закинет его. Нет, а он просто его подкидывает тосом и все. Это минус. Почему они не видели этого? Вард же стоял здесь у них. Они понимали, что Тини ушел за руной, и дальше он не вернулся. Он может быть в лесу спокойно, что он делает. И он еще идет забирать стаки. Отлично, просто игра от Енисея. Тини спокойно сейчас отопьется. А, он потратил банку, и его крип бил очень. Фейл большой. И только стики есть у него. На один прокастывает всего лишь. Ну, в смысле, на один каст даже. Ну, крупных крипов он забирает. Если останется даже один, ничего страшного. Я думаю, ему надо уйти даже, ставить этого одного крипа. Тейк у нас здесь бегает. Кот очень аккуратно стоит. Вот очень хорошо, грамотно держит позицию. Он неплохо отыгрывает. Сейчас могут его, конечно, забрать втроем попытаться, но нет. Дазл может сейчас встрять. Седьмой уровень у Магнуса. Очень сильно. Вейв дымажит. Да, попадает вейвом. И Дазл просто на характере продолжает убивать. Никуда он уже, по-моему, не уедет. Вайт его должен добивать. Отличная игра от Пака. И тут же забирает еще и припарку. Делает два фрага в разных местах. Отличная игра от Спурда. И возвращается в мид на фарм Свен. С помощью ульта. Неплохо. Дальше идут. Не успевает глимсануть. Все-таки удар сделать. Успел один Свен. Но сейчас у маэстро большие проблемы. Свен возвращается и должен добирать сквизи. Если пойдет дальше, но стопит его Тейк. Висп возвращается, тизерится. И это же смерть для Тейка. Куда только... И забирает еще дизраптора. Отлично. Еще один фраг. Много идет сюда ТП. Вис, походу, не уходит отсюда. Есть у него отпиться, но уже отпивался во время. Вот кто-то затизерит. Так, ребят, так у него шестой уровень. В шестом уровне он улетает обратно. Если сюда Тини подойдет, то, конечно, ему сложно будет уйти. Но здесь подходит Пак на подсейв. Тини даже не идет. Висп возвращается и спокойно улетает. Но он сейчас останется на ХГ. Ребята не знают, как действует вообще, в принципе, Висп. 5 секунд. Вам просто на ТП уходит. Может, так было задумано. Дали немножко пространство коту. Он получает шестой уровень. Теперь вот Тимберу будет очень плохо, на самом деле. Обгоняет он, конечно, его по фарму. Так. По фарму обгоняет, но ничего страшного. Да, Тимбер получит, я думаю, свое, третий уровень. Сейчас атакует, сейчас... Эмберс. Но, по-моему, это сложно, потому что сюда приходит уже Пак. Нет у него ремнанта, я так понимаю. И нужно пилить... А, нет, вот сейчас он уходит. Пилить нужно было в это время, пока Пак поставил ульту. И сейчас вот... Щит идет до конца и убивают. Как же хорошо играет кот сейчас с Вайтом. Сбирает керри героя. Просто он терпел все это время. И делают фраг, ребята. Причем это Тимбер забирает. Отлично. Сейчас мы включим уже общую ценность. И мы видим, что по фарму, ребята, Спурда лидируют уже на 1500 голды. И вот сейчас в опыте выходят. Свен, тут я смотрю, продолжает фармить стаки. Жалко, что забрали у него этот стак. Все очень хорошо здесь сыграли. Внизу пушится линия. Ее нужно кому-то занять срочно. Тут переходит у нас Магнус. Видят, походу, что тут ребята. Должны понимать, что здесь Магнус. И сейчас должны его забирать. Ну, почему-то они встретили Тини. Но это неплохой такой вариант, на самом деле. Должны они его забирать. Свен делает очередной фраг и вырывается еще больше вперед. По голде уже больше 1000 преимущества над вражеским керри. Вайт здесь пришел напрягать Эмбера. Но Эмбер подрубает свой щиточек. Флеймгвард. И пошел. Вард сейчас должен заканчиваться. Нет смысла его уже тут девардить. Даже если понимают, видят они Магнуса. Что-то хотят с ним сделать. Стоит Вард. И кот сейчас перетянулся на низ. Ну, вот это, по-моему, не очень хороший мув. Ему надо было дальше стоять сверху. Он сейчас мог бы напрягать вражеского керри. Магнуса забрать будет сложно, но под ультой Пака это можно будет реализовать. Все-таки сало дается, и Магнус успевает сделать РП, но увозит только Пака. Что сейчас было? Почему так быстро? А, ну сало всего лишь на раз у Пака вкачано, поэтому понятно, почему так быстро кончился и успел Магнус ультануть. Так, Вуки здесь атакует, напрягает припарку. Припарка здесь на развороте. Вуки очень больно. Пак должен, ой, Пак говорю, Висп должен понимать, да, он летит сейчас подсейвить своего парнишку. Но вот оставили они Эмбер Спирита, нельзя это было делать. Должен кот вернуться, да, кот возвращается и должен отгонять он Эмбера. Все-таки
намного сильнее Тимбер выглядит даже на этом уровне. Вот есть у него же мана бутсы. Давайте пройдемся по... Так. Посмотрим, что уже у ребят имеется. Здесь идет у нас неплохо. Неплохо. Вот виспа есть, банка есть, урна. У Свена, по-моему, уже есть дагер. Да, при парку здесь... Ну, при парке быть нужно осторожно, но подтягивается здесь его на саппорты сейвить. Тимбер получил себе мана бутсы. У Эмбера пока все плохо. Он фармит, естественно, на тревела. Пак идет в дагер, копит потихонечку. Ну, естественно, дазл саппорт единственный практически будет не иметь ничего. Магнус имеет почти 1500 голды. До дагера ему еще довольно-таки далеко. Ему, наверное, могут здесь подстакать, либо Эмберу. Так, что это? Это у нас Виз прилетел сюда. Пытается найти они Эмбера, но слишком много. Стан должен все равно долетать сюда. И должен забирать Эмбера. Нет, он еще дальше мансует. Тимбер догоняет. Отличная игра от кота. Прям очень хорошо отыгрывает. Но здесь много было потрачено ресурсов. Приходит уже сюда Магнус. Свен ему просто тычку сзади дает. Стан, ну, убирают, конечно, Магнуса. Свен будет драться ли до конца или пытаться размансовать. Неплохо уворачивается тульта у нас. Скаймага идет до конца, здесь уже подходит Пак, и должны разделились, разделилась драка, нужно добить динозаврика. О, отлично, сплэшом просто забирает Свен его, и Вайт в это время еще делает фраг. Сюда же подходит Дазл, накидывает броню своим ребятам, подходится припарка, зря он сюда уже пришел. Будет он, конечно, если забирать Свена, но очень много времени теряется. 11 уровень берет сейчас. Дазл вместе со всеми накидывается на припарку, дается сало, и... Неплохо срабатывает пассивка, которая на раз всего пока вкачана. И забирает еще и Тини. Очень неплохо действует сейчас команда Спурда. Вуки сейчас может поплатиться. Дазл его сейвит. Отличная игра от команды Спурда. И Енисей пока не знает, что делать. Счет 14-5, ребята. 14-5, преимущество уже 5000 голды. И опыта больше 3000 нарабатывают ребята. Но сейчас главное не растерять это все преимущество. И наращивать, только наращивать его. Отличная игра, мне прям очень нравится. Не зря я выбрал именно эту игру постримить, как чувствовал, что здесь будет какой-то экшен. Потому что сейчас идет групповая стадия, напомню, сильнейшие команды были раскинуты. И здесь идет, продолжается, нас напрягает просто команду Енисей, умирает Магнус. Сквизи тоже отсюда не уходит. Отличная игра от Спурда, очередные два фрага, и это должны забирать вышку, Т1. Так вот, сейчас идет групповая стадия. И здесь игры, сложно найти интересные игры, в основном лидеры должны, конечно, брать свое, ну, много, конечно, темных лошадок на турнире должно быть. Вот, пожалуйста, команда Спурда делает сейчас очень красивые вещи. Забирается Т1, преимущество наращивается еще больше, и Тини тоже копит на дагер. Ну, сейчас с появлением дагеров на Тини и Магнус откинулся, посмотрите, как очень сильно по колде было, у него полторушка, уже 1200 за счет этих минусов. Сквизи 5 уровень, нужно срочно ему 6 получить, чтобы уже ультовать, потому что вот с получением уровней и определенных итемов может все как раз поменяться. Ведь у команды Енисея есть Эмбер, походу несет себе уже тревела, наконец-то. Он их дофармил, и сейчас команде, что делать команде Спурда? Им нужно идти и дальше давить, им дальше нужно наращивать преимущество, потому что если они отпустят Эмбера с Магнусом, эта связка будет работать, ну, очень сильно и больно. Я бы даже не знаю, Тимбер выходит, конечно же, в Бладстоун, но, может быть, стоило ему взять еще и дагер, была бы очень мобильность большая. Уходят сейчас в леса, непонятно зачем. Если стоят Т1, товара, ребят, у вас большое преимущество, вам нужно что-то делать. Вставляет ботл, ну, неплохо играет. Вуки забирает ДД, сразу же его юзают, непонятно зачем. Я думал, его просто поносят в ботле. И неужели они заходят на Рошана? Ну, под вардами заходить на Рошана — это такое себе, потому что там есть Магнус, который может даже без даггера заехать туда. Не знаю, ребятки. Ну, тогда уж нужно ультить Свен. Большой дэмэдж, половины Рошана уже нет. Здесь также стоит вард. Очень много вардов в одном месте сосредоточено у команды Енисей. Припарка уже с даггером. Будет ли он врываться? Если он ворвется, убьет сразу же маэстро. Ох,
Рискуют ребята, но риск, думаю, все-таки оправдан. Неплохо забирается Рошан, но теперь-то точно надо идти уже, где у нас Эмбер находится. Эмбер все продолжает сверху фармить. Сейчас он будет уже, естественно, выходить в БФ-ку. Под Магнусом очень больно будет. Вуки видит, делает даггер, но здесь вот так же видит, вард стоит. Еще долго будет стоять. Идут они почему-то на Т2. Ох, ребята, много фарма пропускает. Ну хорошо, что кот остался здесь сверху. Если бы они все впятером там были, то это была большая ошибка. Т2, конечно, это неплохо, но... Вот сейчас они вылетают на Тейка. Тейк сейчас загулял, должен он умирать. Успевает ли дать сало? Нет, успевает дать просто ульт. И Тейка забирает Свен, очередной фраг. Здесь же забирают у нас, к сожалению, кота. И это фраг. Наконец-то тот долгожданный фраг для команды Енисей. Ах, еще убирают всех. Есть... Я пропустил прям замес здесь, видимо, под Магнусом. Нет, Магнус даже еще не ультил. Маэстро продолжает мансовать каким-то образом. Просто Магнус делает уже РП. Маэстро еще живет. Ну, Вуки здесь с Аегисом под ультой пытается еще что-то сделать. Его связывает, естественно, приходит сюда пак. КД у него на даггере. Ну и просто сейчас ребята из Енисей... делают три фрага на ровном месте, ребят. Почему так произошло, непонятно. Почему пака, что ли, не было здесь? Или пак вообще байбеклся? Почему его не было в замесе сразу изначально? У него был ульт не в КД. И просто всех саппортов убили. Неплохо камбэк от Енисея. Можно видеть, сейчас графики сразу же падают вниз. И никакого преимущества просто не остается. Понятно, то есть пока летали Висп с Веном на мид, просто остальных здесь ребята оставили, им надо отходить было, но ребята не отошли. Пак, кстати, выходит у нас, получается, в Еульчике, что ли, или... Так, хочет видеть, видит он двоих, сигналит, что нужно сюда срочно прилететь. У Виспа, кстати, есть 6 уровень, но здесь находят бедного Дазла, который пошел вардить. Как так? И что делает Пак сейчас? Он вышел из инвиза, ничего не сделал, его сейчас убирают. Ну вот, о чем я и говорил. То есть команда, имея такое преимущество, начинает делать глупые вещи. Абсолютно не то, что должны делать. Забирают они сейчас наконец-то Т1. Но Эмбер здесь уже расправился с Тауэром. Продолжает фармить. А, кстати, собирает он, между прочим, в первом итом и в следующем. Это Манта Стайл, все-таки от пака и выйдет. Ну и сейчас все очень плохо для Спурда. Все преимущество, которое было нарощено, оно просто исчезает. И ребята, ну, сейчас единственное, что они правильно делают, то что они идут за Т1. За последним Т1 наверх. Графики в ноль еще не сошлись по деньгам, но по опыту уже мы, как видим, команда Енисей действует гораздо грамотнее, получает больше опыта на всех линиях. Не дефит они сейчас верхнюю вышку, поэтому спокойно, без ульта, могут забрать. Есть еще, кстати, Аегис. Юзаются барабаны, чтобы быстрее все это дело забрать. Пак сюда тоже подходит. И Тимбера. У Тимбера до сих пор нет, как бы, Бладстоуна. Тоже за счет того, что его убили. 13 уровень уже Эмбер Спирит. И да... Да, еще и Тини же у нас есть. Представляете, какой дэмэдж будет под бафом Магнуса. Просто колоссальный Тимбер. Очень-очень опасно приходит сюда. Кот. Кота могут сейчас просто связать. Да, и забрать. Ну, вышку он тут никак не мог дефить. Оставили Свена вместе с Виспом. Ломают они дальше, идут. Очень опасно, потому что перетягиваются в смоке ребята из команды Енисея наверх. Нужно уходить, но это очень большая ошибка будет, если вы здесь останетесь. Магнус уже с даггером, пожалуйста, РП. Вывозит он, правда, из ульты дизраптора. Висп сразу умирает. Продолжает Луки драться. Есть, да, провязал он ульт здесь. Дрался до конца.